15 минут и готова. Контейнерная площадка на несколько многоквартирных домов в спальном районе Самары снова свободна от мусора. Водители работают слаженно и быстро, конечно, если жильцы кладут мусор в контейнеры, а не разбрасывают поблизости. Делаем город чище и просим жителей города Самары помочь нам дойти до контейнеров, кинуть мусор в контейнер, не полениться сделать два шага, дойти до контейнеров и выкинуть куда мусор, куда положено. Как бы помочь нам и облегчить нашу работу. Муниципальное предприятие «Жиллидер» обслуживает 150 контейнерных площадок в промышленном и Кировском районах Самары. Вывозят крупногабаритные и бытовые отходы. Ежедневно около 35 машин выезжают в рейды по адресам. Сбор и вывоз мусора – основная и повседневная работа «Жиллидера». В организации трудятся профессионалы своего дела, которые имеют в своем распоряжении специализированную технику и оборудование. Вся спецтехника на предприятии оснащена спутниковыми навигаторами. Система помогает оказать своевременную техническую помощь водителю, чтобы не было перебоев в работе. Мы сталкиваемся с проблемой, в частности, нехватки парковочных мест, что приводит очень часто к тому, что местные автолюбители оставляют свои автомобили вблизи контейнерных площадок, что приводит к периодическому срыву вывоза отходов и антисанитарному состоянию на контейнерных площадках. Муниципальное предприятие «Жиллидер» соблюдает все меры безопасности и требования законодательства. Вывозит собранный мусор на два полигона – центральный и Преображенский. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.